Анализ траектории наночастиц. Одним из методов характеристики внеклеточных нановезикул является анализ траектории наночастиц. Данную технологию реализует прибор NanoSight NS300. Метод основан на использовании свойств рассеивания света и броуновского движения, что позволяет получать распределение частиц по размерам и измерять их концентрацию частиц в суспензиях. Лазерный луч проходит через пробоотборную камеру. Частицы в суспензии, находящиеся на пути луча, рассеивают свет так, что их можно легко наблюдать через микроскоп с 20-кратным увеличением, на который установлена камера. Камера, работающая с частотой 30 кадров в секунду, записывает на видео частицы, двигающиеся в броуновском движении. Программное обеспечение отслеживает каждую частицу в отдельности и рассчитывает гидродинамические диаметры частиц по формуле Стокса-Эйнштейна. По формуле значение гидродинамического диаметра D зависит от вязкости жидкости и температуры при измерении. Модель NS300 обеспечивает быстрый автоматизированный анализ распределений по размерам и концентрации для всех видов наночастиц диаметром от 10 нанометров до 1000 нанометров, в зависимости от конфигурации прибора и типа образца. Благодаря наличию дополнительного лазера и использованию моторизированного диска, рассчитанного на 6 фильтров, можно анализировать флуоресцентные метки. Температуру образца можно настроить через программное обеспечение анализа траектории наночастиц. Для подготовки к измерению внеклеточных нановезикул требуется мини-центрифуга, мини-вортекс, а также прибор NanoSight NS300, комплексное высокотехничное оборудование. В корпусе прибора расположены основные компоненты. Съемно-выдвижной лазерный модуль, который регулируется рычагом, оснащенный лазером на 488 нанометров. Научная камера с микроскопом. Светофильтр с пропускной способностью 500 нанометров. Также можно установить дополнительные лазеры и светофильтры для использования режима флуоресценции в более широком диапазоне. Имеется шприцевой насос, две ячейки кюветы, более универсальный на 500 микролитров и проточная ячейка малого объема. Также прибор оборудован ПК ИПО NTA 3.4. Перед началом работы необходимо промыть пробоотборную камеру и удостовериться в ее надлежащей чистоте. Для промывки используем бидистиллированную ультрачистую воду, нетканую салфетку и одноразовый шприц. Сначала несколько раз промываем ячейку. Протираем смоченной салфеткой плоский оптический элемент лазерного модуля. Затем собираем пробоотборную камеру. Соединяем лазерный модуль и верхнюю пластину. Уплотняем с помощью винтов и уплотнительного кольца. Затем промываем уже собранную пробоотборную камеру несколько раз до тех пор, пока не добьемся такой степени чистоты, чтобы на экран было не более 3 частиц. При достижении надлежащей частоты необходимо также проверить буферный раствор, используемый для суспендирования внеклеточных нановезикул. Используем коммерческий фосфатно-солевой буфер без частиц. Фосфатно-солевой буфер соответствует требуемой частоте. Разбираем пробоотборную камеру. Продуваем воздухом каналы ячейки. Высушиваем салфеткой оптический элемент лазерного модуля и стекло ячейки. Снова собираем. Пробоотборная камера готова к измерительным процедурам. Ранее выделенные внеклеточные нановезикулы методом последовательного ультрацентрифугирования разморозили при плюс 4 градусах Цельсия. Перемешали на вортексе. Сбросили капли со стенок пробирки на мини-центрифуге, чтобы не терять образец. Разводим пробу фосфатно-солевым буфером. Тщательно перемешиваем на вортексе. Сбрасываем капли. Прибор и пробоотборная камера подготовлены. Набираем в образец чистый шприц.
избегая образования и задерживания воздушных пузырьков. Загружаем в пробоотборную камеру, удерживая лазерный модуль вертикально, чтобы суспензия заполнила все пространство без пузырьков. Устанавливаем лазерный модуль, закрепляя рычагом. Включаем камеру, оптимизируем изображение, устанавливаем фокус, оцентровываем изображение, регулируем уровень камеры, перемещая бегунок. При необходимости снова регулируем фокус более точно. Прибор работает с концентрациями наночастиц в диапазоне 10-7 степени, 10-9 степени, то есть от 10 миллионов до миллиарда частиц на 1 миллилитр. В зоне обзора должно быть от 20 до 100 частиц. Для записи видеограммы создаем протокол «Стандартное измерение». При необходимости меняем параметры в окне «Захват». Обычно для точного измерения концентрации размера нановезикул хватает 5 измерений по 30 секунд. Нажимаем «Создать и запустить скрипт». Затем задаем имя файла. Пишем имя оператора, название измеряемого образца и раствор разведения нановезикул. После каждой записи видеограммы нужно поменять зону изображения, пропустив поршнем шприца небольшое количество суспензии нановезикул. После записи всех 5 видеограмм программа автоматически предлагает обработку результатов. Нужно отрегулировать порог обнаружения так, чтобы захватить все частицы, не включая при этом шумовые сигналы. Здесь мы наблюдаем математическую обработку броуновского движения частиц. Они отображаются как красные треки. Одновременно строятся график распределения диаметра частиц в зависимости от концентрации, диаграмма распределения частиц по размерам в зависимости от интенсивности светорассеяния нановезикул и трехмерный наглядный график, объединяющий вышеперечисленные параметры. Для использования и обработки данных программное обеспечение позволяет экспортировать их в форматах PDF и Excel и видеоформате WMV. Здесь предоставлен пример отчета данных для 5 измерений одной пробы. Данные профиля гранулометрии показаны ложным графиком. Средние данные со стандартной средней ошибкой показаны с аннотацией размеров основных пиков. Здесь мы видим основной пик 100 нанометров. На нижних панелях приводятся данные примененных настроек слева и сводные результаты справа. Как правило, модельный размер частицы применяется для описания пробы. Здесь 99,7 нанометров. Стандартное отклонение SD – это параметр, который показывает ширину профиля гранулометрии. Здесь стандартное отклонение 38,1 нанометр. Значения D10, D50 и D90 указывают процент нижней фракции. Например, 50% частиц имеют размер 111 нанометров и меньше. Это дает другую индикацию разброса гранулометрии в пробе. На примере мы видим размер и концентрацию соответствующего неклеточным нановезикулам, выделенным из плазмы.